Вот, и поэтому мы сегодня проведем наш концерт вот в таком составе. Я надеюсь, что Игорь подойдет и расскажет вам что-то. А я хочу вам сказать, что наша серия наших концертов уже сделали, мы, по-моему, где-то 6 или 7 концертов, тут уже, наверное, был. Вот, поэтому очень приятно, и я стараюсь продолжать, несмотря ни на что, эту серию, и буду очень рад, что вы придете в следующий раз. Вот, и большим с любовью и благодарностью сегодня мы для вас сыграем свои композиции. Программа будет длиться где-то приблизительно час. Вот, музыка специально предназначена для релаксации. И сегодня я немножко расширю инструментарий, добавлю так называемый вибрафон, и вы сможете послушать несколько композиций на вибрафоне, потому что техника позволяет. Конечно, это не живой рояль, это искусственный, но при этом звук имитация, в общем, так скажем. Поэтому если бы был живой, был бы, конечно, другое звучание, но что есть, то есть. Поэтому с большим вниманием отнеситесь. Музыка, соответственно, как я уже рассказывал, предназначена не для того, чтобы нейронные связи в голове усваивались и открывались как бы новые каналы для восприятия. Вот. Так что я сейчас начну. Особо объявлять я не буду свои композиции, но там есть как бы импровизационные моменты, есть моменты уже отыгранные давным-давно. Работаем над этим давно. Уже сколько себя помню. Вот. Ну, собственно, композиция. Дай телефон, пожалуйста, выключите. Вот. И, соответственно, данная программа называется «Осень». И в ней представлены, соответственно, 7 или 8 композиций под разными названиями. Есть композиция «Ключ от Вселенной», есть композиция «Здравие», есть композиция «Приветствие», ну и так далее. Вот. Я не буду микрофон объявлять, сейчас вот я просто сказал, а дальше буду просто так, поскольку у нас такой совсем домашняя атмосфера, здесь, я думаю, так все будет слышно. Вот, сейчас я настрою рояль, как вы скажете, если вам комфортно будет, то будем продолжать. Спасибо большое. А, зовут меня Юрий Юрьевич Царев. Я пишу музыку и... Будьте любезны. Спасибо. Ну, вот первая композиция называется «Осень». Thank you.
Спасибо, Евгений. Ну, продолжим. Вторая композиция называется «Листок». То есть это такая как бы история о том листке, который жил-жил-был, и пришла осень, и пора как бы соединиться с другими братьями, которые находятся уже как бы внизу. Вот. Но новое как бы такое падение дает новую жизнь, поскольку все желтые листья, которые они превращаются, перерождение происходит, и новая жизнь открывает новые возможности. Так что страшного в этом ничего нет. Такая вот немножко на первый взгляд грустная история, но тем не менее, с другой стороны, как относиться к этому. Значит, листок. Спасибо, друзья. Следующая композиция не имеет названия, просто это как бы импровизационный момент.
Комфортно, звук нормально для вас? Ну и хорошо, прекрасно. Пойдем дальше. Сейчас я поменяю инструментарий, и у нас будет инструмент вибрафон. Вот, композиция называется, ну, в общем, цифры. Есть цифры, есть числа, какая из них разница, все дело в математике. Так что будьте любезны, продолжим. Thank you.
Спасибо, друзья. Спасибо. Мы продолжаем. Thank you.
спасибо, друзья. Теперь я сыграю композицию, это электропиано, которая называется «Родос», и это тоже имитация этого инструмента, поэтому немножко другое звучание будет. Thank you.
Спасибо, друзья. Теперь еще тоже в электропиано. Thank you.
спасибо, друзья. Ну, почти час мы уже находимся в этом состоянии. Еще пару композиций и на этом закончим. Хорошо? Веселее, как позиция. Вот. Ну, а это Music Box. Я сегодня как бы расширяю спектр, потому что есть возможность. Поэтому будем продолжать еще одну композицию. Называется Music Box, инструмент. Это как бы такое типа детского электрического пианино для детей, если вспомним детство. В общем. Thank you.
пожелание, если хотите, сыграем еще одну композицию. Вот, и вернемся к первому начальной, который я обычно всегда заканчиваю. Не утомились? Все хорошо? Ну, прекрасно. Благодарю вас. Спасибо вам, друзья. Благодарю вас. Спасибо большое. Вот. Приходите еще. Благодарю вас. Спасибо большое за сегодняшний концерт. То, что приходите еще.
любой на вахте можете сказать свои добрые слова и свои